С 18 сентября в Запорожском цирке новая программа. Международное лазерное шоу «Звезды мира» представляет цирк Чинизелли. На премьере удалось побывать нашим журналистам. Лазерное шоу «Звезды мира» было создано в честь 130-летия первого стационарного цирка в России. В программе принимают участие артисты из Америки, Франции, России и Украины. Только выдающиеся артисты получили право выступать в одном из самых известных цирков страны. Мы стараемся сделать цирк-шоу. Если вы видели, у нас обилие спецэффектов, пиротехники, у нас все номера сюжетные. В общем-то, ну, «Звезды мира», мы назвали на эту программу «Звезды мира». Она, в общем-то, соответствует своему названию. Вы видите, сколько у нас артистов, каких артистов, уровень артистов. В программе цирка голливудский каскадер на лошадях, змеи-великаны, летающие под куполом цирка обезьяны-акробаты, работающие без страховки акробаты на ремнях, гигантские велосипеды, клоуны из Франции, а также суперсвет, суперзвук, лазерное шоу, пиротехнические эффекты и многое другое. Понравилось, как собачки играли с дядями и тетями. А дальше как... Кошка за ними бегала, и мне это понравилось. Мне понравилось, как дяди с тетей доставали змей и крокодилы. Очень хорошо понравилось, да, что я хлопала души всех. В 2004 году программа цирка «Чинизелли» вошла в десятку лучших шоу Европы. А с 18 сентября по 24 октября будет радовать и жителей Запорожья. Дорогие дети, дорогие мамы и папы, приходите на цирк Чинизелли, потому что мы у вас только 2 или 3 недели, очень мало. Приходите, у нас вы просто получите огромнейшее удовольствие.